Ребята, отвлечемся от письма и разомнем наши пальчики с помощью гимнастики. Отодвиньте тетради, сядьте поудобнее и положите прямые руки вперед. Пальчики врозь. Слушайте внимательно счет и запоминайте движение. Начинаем. Сожмите кисть левой руки в кулак. Раз. Пальцы врозь. Два. Кисть правой руки в кулак. Три. Расслабьте. Четыре. Повторим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь закрытыми глазами. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Откройте глазки. Второе упражнение сделаем наоборот. Будем поочередно разжимать кулачки. Поднимите руки вверх, кисти в кулак, шея длинная. Начинаем. Пальцы левой руки врозь. Раз. В кулак. Два. Пальцы правой руки врозь. Три. Сожмите. Четыре. Еще. Раз. Два. Три. Четыре. Активнее. Раз. Два. Три. Четыре. Закрыли глаза. И раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Молодцы. Закончили.